Они знают, где покупать. Сеть комиссионных магазинов «Титан» для всех и каждого. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. На Казанском тракте камера зафиксировала, как водитель «Рено» спровоцировал ДТП. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На Казанском тракте водитель «Рено» планировал повернуть налево на Кирово-Чепецк, но потом передумал и поехал направо. Водитель «Лады X-Ray» пытался уйти от столкновения. После удара хэтчбек едва не перевернулся. На улице Воровского водитель «Фольксвагена» выехал с улицы Чапаева и хотел побыстрее развернуться и повернул налево. Избежать столкновения владельцу регистратора не удалось. На перекрестке улиц Преображенской и Дерендяева водитель «Классики» спровоцировал ДТП с таксистом. Он поехал прямо, когда здесь разрешен только поворот направо. Судя по видео, водитель «Лады» подумал, что сигналом его подгоняют, поэтому бездумно нажал на педаль газа. На самом деле его просто предупредили о нарушении. В Кирове водитель «Весты», выезжая с парковки, не рассчитал габариты своего автомобиля и зацепил иномарку «Митсубиси». На улице Лепсе хулиган на «Ниве Шевроле» повернул налево и с правого ряда, подрезал машину с камеры и показал неприличный жест. В микрорайоне «Чистые пруды» ветер-хулиган повалил на бок мотоцикл. Резким порывом байк сдунуло на тротуар. На улице Шинников подростки слегка пошалили у подъезда. Сняли все резинки с противоскользящих бордюров на ступеньках. Некоторое время юные хулиганы наслаждались новыми игрушками, а потом заметили камеру видеонаблюдения. Михаил Вагин, место происшествия.